Заварные кольца – любимое лакомство многих людей с самого детства. Приготовить их совсем несложно, для этого понадобятся самые простые продукты и немного терпения. Ставим на огонь кастрюлю, выливаем туда воду, добавляем сливочное масло или маргарин, всыпаем ванильный сахар, муку и начинаем замешивать тесто, держа кастрюлю на самом маленьком огне. Для этого потребуется немного времени и немного вашего терпения. От кастрюли отходить нельзя, помешивать нужно постоянно, пока тесто не приобретет однородную консистенцию и не будет легко отходить от стенок кастрюли. Затем тесто немного остужаем и по одному вмешиваем туда 3 яйца. Не надо торопиться, добавляйте следующее яйцо только тогда, когда полностью вмешали предыдущее. За такой медитацией можно провести около 10 минут, пока тесто не станет абсолютно однородным, вязким, липким и готовым к тому, чтобы продолжать с ним работать. Для того, чтобы работать с таким тестом и для того, чтобы сформировать кольца, нам понадобится кондитерский мешок. Я взяла достаточно широкую насадку, потому что работать с ним тяжело, тесто густое и отсаживать его нужно с усилием. Пергамент смазала растительным маслом и в 2, а то и в 3 оборота сформировала кольца. Запекать их буду в духовке, разогретой до 200 градусов, около 20 минут. Затем остужу на решетке и покрою глазурью со вкусом соленой карамели. Мои кольца будут без начинки, тем более глазурь добавит им вкуса, но при желании можно заправить кольца вашим любимым кремом, например, масляным или белковым.